у нас родилась темная ведька. Ну что ж, она особая, это верно. Назовем ее Блэки. Блэки, знакомься, это Кануто. Кануто, это Блэки. Кануто наша овчарка, и он будет приглядываться за тобой. Я был страшен. Девчонка, просто отпад. Они что, ослепли, что ли? Виват не формула. Сомнений не оставалось. Я был влюблен. Чай будешь, Алёнушка? Да. Убираешь. Папи. А что это? Как они называются? Как называются цветочки? Дай, дай, папа. Одуванчики. Одуванчики. Какого они цвета? Какого? Как солнышко. Как солнышко, какого? Это букет называется. Букет. Это называется букет. Да. Возьму домой. Домой заберешь? Да, он такой красивый. Маленький. Мама! Так, дорогие друзья, сегодня 12 мая, и как вы видите, погода потрясающая. Папа! Папа! Где он? Где он, самолет? Не знаю, ты его видишь, Тёма? Нет. Он куда-то улетел. Я вижу. А и где он? В море упал? Да. Это же катастрофа. Да, его выстрелили. Что его? Его выстрелили. Не понимаю. Он выстрелил. Выстрелил? Да. Девочка какой-то. Он там, где покушал. Он упал в воду. Он в воду упал? Так это же катастрофа. Там муха у тебя? Не, промокла. Промокла? Так надо было сандалики одевать, Сюш. Да, вот это вода есть. Вот и я испачкал. Смотри, какие волны, Максим, как на море, да? Ого, ну-ка покажи. Какие волны, Максим, смотри. Как на море бушуют. Дай
Ну-ка, что там? Сколько ракушек! А вот здесь одна живая. И одна живая? На тебе! Покажет нос и рассмеши друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как вас зовут? Интересно. Он живой. Его рука по части ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как вы зовут?